помните, уходя, отключать электроприборы. Да. Вот, если есть отопительные приборы, вот, все, уходим тушить, да. Не пользоваться неисправными розетками. Профилактика лишней не бывает, уверены сотрудники Государственного пожарного надзора. Поэтому снова идут в рейд, чтобы напомнить зареченцам правила безопасного обращения с огнем и предотвратить возгорание. Владельцам гаражей напомнили, что в помещении гаража запрещено проводить пожароопасные работы, хранить старую из-под горючего, само горючее и масла, использовать открытый огонь для освещения помещений или для подогрева двигателя. В зимнее время актуальной становится тема обращения с электрическими обогревателями. Их нередко используют для создания комфортной температуры в помещениях. Сотрудники МЧС подчеркивают, нельзя применять самодельные или неисправные приборы. Запрещается накрывать обогреватели и сушить на них одежду. Перед использованием непременно нужно изучить инструкцию по эксплуатации. Также участники рейда напомнили зареченцам порядок действий при пожаре. При обнаружении пожара или его признаков, таких как задымление, запах гари или другое, необходимо немедленно позвонить в пожарную охрану по номерам телефонов 01 со стационарного телефона и 101 или 608001 сотового телефона. При этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара и свою фамилию. После этого нужно эвакуироваться из помещения. Об этих правилах безопасности сотрудники МЧС еще раз рассказали не только владельцам гаражей. Они посетили и квартиры социально неадаптированных зареченцев. Всем горожанам специалисты Госпожнадзора раздали специальные памятки с жизненно важной информацией. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».